Друг, ты все еще хочешь попасть в лучшие комментарии? Тогда я не пойму, почему ты все еще не поставил свой лайк и не написал свой комментарий. Как это сделали эти ребят? Давай скорее кликай на кнопку подписаться. Также не забывай про свой драгоценный лайк и пиши свой комментарий, чтобы оказаться в следующем ролике. И еще кое-что. Как вы знаете, я уже 5 лет занимаюсь YouTube каналом. И у меня есть мечта достичь 10 тысяч подписчиков. И я буду безмерно благодарен, если ты не пройдешь мимо и подпишешься. Это реально очень важно для меня. Ну а теперь к основному ролику. Погнали! И всем огромнейший привет, друзья, с вами, как обычно, я, Саня, вы на канале Игра Ты, добро пожаловать на новую серийку по NextRP. Вы скажете: Саня, где пропадал, почему не было столько времени видеороликов по NextRP? Ребят, ну, если бы NextRP со мной сотрудничало, платили бабосики, тогда бы ролики были чаще, была бы мотивация какая-нибудь, но так вот, чисто от души, душевно в душу, я вот вам... По-братски от души целую твои мысли. Сегодня пилю видеоролик, надеюсь, он вам понравится. Итак, сегодня будет фул казино, будем тратить 900 тысяч. Хотелось бы лям потратить, но... Не, хотелось бы выиграть, конечно, но, блядь, тратить я не хочу, потому что деньги накоплены трудом и потом. Что я хотел? Зайти ж надо посмотреть, там, короче, что-то повыпадало. Кейсы, где... Подарочный кейс, аж 2 штуки, вот это подарочки от NextRP подъехали. Аж 2 кейса, ну, соответственно, херня выпала. И еще с оружейного кейса тоже, я так понимаю, 2 штуки. Ремка с оружейного кейса. Нет, идите нахуй. И 2 жетончика, в принципе, неплохо. Я тебя объебу нахуй. Пули стреляешь, долбаю. Борзый! Че? Че стреляешь? Я воздух стреляю. А то я чуть не обосрался, чуть подлива и штанов не пошла, блядь, думаю, что за хуйня. Бывает, что ли? Ладно, удачи. Да, блядь, стою в менюшке, блядь, кто-то стреляет, я аж подпрыгнул, блядь, подлива, нахуй, твои жопы, блядь, штаны меня теперь придется. Итак, друзья, варианты, куда пойти, что делать, куда, где тратить бабки, блядь. Классическая рулетка у нас была на прошлом видеоролике. Я думаю, надо, короче, либо в золотой череп. У нас же день приемки, а это значит, можно пойти в лотерею в надежде что-нибудь выбить. Так, кстати, подожди, по рефералам. Надо зайти в рефералы, задать... Нет, подожди. База... Блядь, где я? Я забыл. Магазин. Реферальная система. Нихуя нет, я понял. Окей. Так, давай лотерейки. Короче, день према есть, поэтому, думаю, надо в лотерейке. 6 дней, 5 часов осталось. Есть, да, есть возможность. По 25 тысяч, если крутить. Ну хз. Я предлагаю... Так, тут суперприз. Кто-нибудь выбивал его вообще? Да, слышь, и додж выбивали. Слушай, а тут что, еще и додж есть? Откуда додж? А откуда они его взяли? Почему так? Так! Все, я понял, принял, обработал. Короче, 10 кейсов по 20 тысяч, это сколько? Это 200 тысяч, да, получается, блядь. Это дорого, конечно. Давай со скидками потом. Не, давай 5 купим, а потом со скидками будем уже их открывать. Окей, let's go. Ребят, не забываем про лайки, подписываемся на канал, если вы еще не подписаны, и погнали. Десяточка, почти окупились, в скобочках нет, соответственно. Экспа, 2200, экспа, ну... Подожди, это же сервер приморский, значит, экспа мне тут нужна. 10 тысяч. В принципе, неплохо пойдет. Пока не особо такой большой жирный минус мы уходим. Вот сейчас ушли. Прям жирнючую жопу чью-то. И еще раз повторилось, 3 тысячи. К сожалению, нет. Так, теперь со скидкой открываем. Все, погнали. 15 тысяч. Со скидкой открыли, минус 3 тысячи ушли. Что-то сегодня все варьируется в 3 тысячах. Вот опять 3 тысячи. Почему именно так? О, 3000 доната мне киньте, пожалуйста, тогда. Почему бы и нет? Я хочу, так, открывай. Блядь, есть чуйка? Вот у меня чуйки, если честно, уже нету. Я вот не знаю, я не верю в эти лотерейки. 2000, пожалели, я понял. Я просто не верю и верить не хочу. Серьезно, у меня был один ролик. Блять, точнее, у меня было роликов дохуище по NextRP, по открытию вот этих кейсов, там всякие вот эти вот лотерейки по Next. Если хотите, можете посмотреть. И всего лишь один раз, 2200 опыта, и всего лишь один раз мне выпала удача, и выбил Дукатти с золотого кейса, донатного кейса.
Подожди, за сколько? За 80 рублей. 80 рублей я доната потратил и выбил Дукати. Все. Потом мучился, его, конечно, продавал, но все же продал, выгодно продал. Так, осталось, пацаны, у нас 660 тысяч осталось, в принципе, не так уж и много, я думаю, что за хуйня. Экспа, 2200, короче, варьируется вот от одного и того же. Я предлагаю, что, за 15 можешь подкрывать? Не, давай шанс 3 раза больше, 3 раза больше, это значит о том, что 3 раза будем сосать больше. Да, вот здесь получается, отсосу сейчас получается, ну да. Так, ага, 2500. Все, сейчас последний кейс, вот я открываю за 15, покупаю его и... О, экспа, слушай, 3000, почему здесь упало лучше, чем там? Как это работает? Я выхожу. Спасибо, я проебал успешно за 5 минут. Сколько я получаю? 300 тысяч проебал. Пацан танцует, пацану весело. Так, я хочу пойти, вот туда я хочу пойти, да. Золотой череп, мой любимый золотой череп, еще плюс Вальхала, это тема. Итак, 8 миллионов, чувак, выиграл. Так, я, соответственно, по 2000, давай музыку выключим, музыка не нужна. Начать. Начнем с 2000. Нет, надо с максималки, пацаны, надо сейчас с максималочки, потому что в начале... Игра любит, когда ты играешь по максималочке. И плюс выигрыши, я думаю, ну нет, оказалось, что нет. Всего лишь 2 раза крутанул. Ладно, по 5000, я думаю, сейчас что-то должно быть. Никак иначе, потому что, ну, блядь, я пришел. Спустя какое-то время я пришел. Так, десяточка, сюда. Ну, это мало, это не серьезно, это так, чисто, чтобы я отъебался, получается. Ну, нет, я не отъебусь, я сегодня хочу выиграть. Если я сейчас здесь не выиграю, я пойду... Так, десяточка еще одна упала. Ну, было бы лучше, если бы 3 семерки, но почему-то соизволило всего лишь 2. Давай 5 совпадений, блядь, 5 совпадений каких-нибудь, я не знаю, черепов. Но, губа не дура. Так, пятнашка. 2 патрона, ебаный в рот. Отлично, давай. Видишь, веселье пошло. Может, надо было поехать в московское казино и там по 15 тысяч играть. Максимальная ставочка, подожди, а тут максимальная ставочка всего лишь 5. Маловато будет. Так, 7, блядь, нет. Как-то не везет, как-то вот, надежда, мой ангел земной, что ж ты, ну, блядь, я вот опять думал, что сейчас будет совпадение, ну, обосралось все нахуй, ну, почему именно так? Что не так? Подожди, может, надо как-то варьировать ставки, где? Блядь, я сейчас 4000, окей, 4000, поиграем чуть-чуть по 4000, неужели как-то... Подожди, две короны, 8000. Это X2, третья корона проебалась. Где-то вот там в стороночке стояла. И как бы хорошо, отдельно ото всех. По 4000. Давай, мы уже в минусе, пиздец каком. Я, наверное, был прав, что... О, подожди, еще X2. Что мы сегодня проебем, походу, эти 900 тысяч. И пойду я опять в фарм. Хотя, ну, у меня еще на восточке, пацаны, 3 миллиона 800. Вот там уж мы можем поехать в московское казино и позволить себе что-нибудь прям такое... Либо тачку купите, либо затюните субарик. Придумаем, короче, пишите свои комментарии. Патрончики, патрон. Почему сегодня какой-то X2? Где X3, где X4, блядь? Какой-нибудь пиздатый. Я еще в Альхалу пойду, там и то получше. Стоим тупо на месте, проебываем бабки. Ну, это не... Подожди. Ну, мое почтение. Мое почтение. $3. $3 плюс 20 тысяч. Слабовато, но уже пошел прогресс. Надо увеличивать ставку по 5000. Пацаны, по 5000 надо ставить. Вот прямо сейчас. Прямо сейчас по 5000. Никогда, блядь, во мне не сомневайся. Не сомневайся. Вот сейчас это было пробное. Смотри, блядь. Тактика нахуй от Александра Играда, блядь. И вы этого не видели. Сейчас, погоди. Вот бог любит троицу. Сейчас с третьего раза, смотри. Выпадет, блядь, хуйня. Четвертого раза. Бог любит, когда еще запасной шанс дается. И вот... Я же говорил, а ты мне не верил. А, ну, давай. Так, хуйня. И, ладно, если честно, все хуйня. Почему-то я думал, что сейчас, когда они выпустили новый сервер, федеральный тем более, я не знаю, зачем разработчики делают новые сервера, когда у них все хуево со старыми серверами. Онлайна никакого нету. Они делают, блядь, новый сервер. Молодцы, вы просто берете всю старую аудиторию со всех серверов, перетягиваете на новый сервер, и все остальные сервера у вас пустуют, а новый сервер у вас там забит битком. Блядь, бред полный, я ебу, блядь. Это ж нужно такую фантазию иметь. Блять, вообще нихуя не падает. Давай автоигра. Может, автоигра мне повезет, что-нибудь выпадет под автоигрой.
блядь, была долька надежды, сейчас будет 3 радиации, но одна радиация проебалась, опять же, $2 рядышком, но это не засчитывает ничего. Нет, похоже нет, похоже мы сегодня проебем успешно все бабки и на этом все, да? Или нет? Да, нет. Ты мне скажи точно, блядь, чтоб я знал. Да, блядь, пацаны, что за хуйня, автоигру выключаем. Чё за херня, блядь? Да чё тут, чё ничего не падает? Блядь, может, Вальхала, блядь. Может, там реально повезет, ну, потому что, ну, как, пиздец вообще. 1 900 000, блядь, тут вообще пацанам не везет. Может, мне повезет, блядь? Максимально ставлю, крути, погнали. Я пришел, чтобы побеждать. Куда? Туда. Куда пришел? Сюда пришел, блядь. Вальгала, нахуй. Воин, когда умирает, попадает в Вальгалу. Вальгалу хочу. Хочу, блядь, быть богатым. Так, корабли. Понятно. Как море корабли. Так. О, десяточка. Соизволила десяточка выпасть. Ой, бля, о, три шлема, плюс еще бы, ой, и так, короче, я был бы в нормальном плюсе, и вот эти вот топоры, и все прекрасно так сложилось. Поначалу оно, видишь, немножечко дает себя поиметь, а потом имеет тебя, прям в очко, в очело тебя, блядь, без вазелина, без прелюдий. Как так-то? Next RP, блядь, ну давай, Казик. Я ж столько, блядь, тебя уже вложил. Неужели это никак не окупится никогда? Бугатти, блядь, блядь, ну почему ты не там, а здесь, блядь? Всего лишь 25. Всего лишь. А могло быть больше. Могло быть в разы больше. Почему? Слушай, ну это знак. Это знак, что здесь, возможно, что-то будет хорошее выпадать. Нужно подольше поебать его. Без вазелина. Без гандончика, но это уже десяточка. Блять, Вальгала меня никогда не подводит. Она такая, знаешь, спонтанная, но что-то выпадает, что-то, блять, пытается. Золотой череп, я в нем разочарован. Ну вот серьезно, немножко разочаровался, хотелось бы лучшего, но оказалось как всегда. Блять, давай, ну, еще пару ставок. Если нет, то я пойду, я пошел, короче. Нет? Давай. Кольца. 10-10. Отлично. Десяточка. Блять, стоим на месте. Просто курим в сторонке. Блять, может что-нибудь нормально упасть или нет сегодня? Где выигрыш, блять? Так. Не понял. Мог бы щит один еще выпасть. Было бы хотя бы 3 щита. Во, десяточка. Какие-то мизерные подачки. Вот эти вот подачки. Он мне дает, вот этот ебасосин, он мне кидает вот эти подачки. И 10-20 тысяч. Что это такое? Это вообще не серьезно. Это разве выигрыш? 25. Слушай, у меня есть чуйка, что если дольше подрочить его, возможно, сегодня что-то хорошее выйдет в виде вот этих молотов Тора. А за них дают нормальные бабки. Смотри, как они, блядь, проскакивают. Их очень много. И уже 2 раза за 5 минут они выпадали. Минуточку внимания. Я говорил, что надо чуть дольше подрочить его. Вот этот меч, леденец. И их выпало 4 штуки. Это 125 тысяч по максимальной ставке 5. Нормально, 125, сука, нормально, я как бы, да, все хорошо, 578, еще парочку таких вот хороших выпадений, ну чего-нибудь другого, подороже, и можно будет даже окупиться за лотерейки, бля, шикарно, смотри, кольца еще плюс, сразу же, пошло, походу, пацаны, удача при мне, или нет? Или вот это сейчас оно выкинуло, вот это вот. А нет, смотри, по десяточке начало еще давать плюс. Меня не отпускают. Я так понял, меня взяли крепко за яйца. Прям схватили, блядь, за яйцо. Ой, за 2 яйца, блядь, получается. У меня же 2 яйца, надеюсь, у вас тоже.
И не хотят отпускать. Десяточками меня прикарманивают. А сейчас я, походу, проебу эти 125 тысяч. Если не ливну отсюда. Блять, ну, я думаю, что-то еще должно сегодня выпасть. Поэтому, наверное, будет стык. И покажу, что выпадет еще. Наконец-то! Наконец-то выпало хоть что-то. Хоть что-то тройное. Чтобы вы понимали, я минут 10 крутил. Я это не записывал. Блять, у меня 418 тысяч уже оставалось. Вот я выиграл 50. В итоге 468. Блять, останавливаться или не останавливаться? Или идти до конца крутить? День мечей. День леденцов. День сосунов. Там, я не знаю, пидорасов, блять. Что? Какой день сегодня в Next RP? Что за бред? Почему так хуёво выпадает? Я еще покручу, ребят, вместе с вами, попиздим. Посмотрим, каково это быть нищебродом, невезучим. А почему невезучим? Потому что хуй вонючий, наверное. Три совпадения. Пошло, походу, прорвало. Очко у кого-то прорвало. Наверное, у меня, бля, я думал, сейчас опять будет три. Я бы охерел. Конечно, мало там получаешь, но все равно приятно, чем минус уходить. Мечей сегодня очень много. Я еще половину не вставлял в видеоролик. Но их очень много, ребят, выпадало. В основном по два штуки. Итак, друзья, мы с вами в московском казино. Блять, батя здесь, батя на месте. И я думаю, мы сегодня победим. 63 миллиона, чувак тут бах. Ебать, ты выбил 63 миллиона. Значит, и мне повезет. Максимальная ставка сколько тут? 25. По 25, пацаны, погнали, крутим. Бля, я очень надеюсь, что это сейчас было все не зря. И как бы, чтобы не было это обидно. Потому что начнется в комментариях, блядь, Сань, нахуя ты это сделал? Я сам понимаю, что, пацаны, нахуя я это все делаю. Я делаю это ради вас. Ради вас, чтобы вам было что посмотреть. От чего кайфануть. Итак, 50 тысяч. То есть мы сейчас вернули за прокруты. Как бы в ноль пока вышли. Крутим, блядь, очень надеюсь, чтобы и здесь выпало 4 хотя бы мяча. Ты прикинь, сколько это будет денег. Блять, сразу окупится, сразу. Но деньги, деньги тут исчезают быстрее. Потому что каждая ставка 25 тысяч. Блять, аж икотка напала. Пожалуйста. Я верю. Нет, я не верю. Я надеюсь. Вот ключевое слово. Я надеюсь, что нам повезет, потому что все, нет сил моих терпеть. Нету. Я в бешенство сейчас уйду, блин. Я просто, блядь, у меня будет бешенство матки какое-то. 75 тысяч. Мы в минусе? Но оно что-то пытается. Оно пытается что-то давать, но это все не то. Неужели сейчас придется опять прокрутить 100 раз, хотя у меня это не получится из-за того, что у меня денег нету. Блять, будем надеяться, пацаны, что вот под конец, либо вот где-то в серединке из оставшихся денег мне что-то выпадет. Только ради вас, пацаны, вот только ради вас реально, кто смотрит этот ролик, 50 тысяч упало. Я трачу вот такие суммы денег, которые чисто своим путем работал, блядь, зарабатывал бабки для того, чтобы прийти и за сколько там, 15-20 минут ролика проебать эти все деньги. Блядь, надеюсь, это будет того стоить. Блядь. Я в следующий раз пойду в классическую рулетку. Вот там хоть как-то что-то выпадает классно. Но здесь осталось все, 200 тысяч, пацаны, осталось. Нихуя не падает. Ну, ничего стоящего пока что не упало. Три совпадения, давай. Нет? Мне кажется, если это московское казино, тут еще хлеще. Тут еще хуже выпадение. Ну что такое? Что это такое? Что это такое? Ну как это вообще возможно? Ну почему ты так со мной поступаешь? За что, блядь? За что? Я херею, ну, блядь, можно же было как-то поддаться там, немножечко там, знаешь, там, подножку поставить, чтобы выпало. Так, минуточка, 125 тысяч, 3 совпадения. Это не, как бы, не заебись, но неплохо. Потому что мы уже больше денег проявим. Так, 50 тысяч еще сверху, 248. Разгоняемся, у меня открылось второе дыхание. Потому что надежда умирает последней. Есть шансы поднять что-то. Ну, тут все рандом. Тут все великий рандом, Вася, блядь, могло ж ты как-то вместе это все вместе сконкомпатиковаться, блядь, слово. Нахуй я пошел, я понял, все, отлично, отлично, крутим дальше, пацаны, осталось не так уж и много денег. Ой, пизда. Что? Пизда, говорю, блядь.
Проебали, блядь, получается. Минус, блядь, 1 900 000. Ну, миллион будем, грубо говоря. Ну что, ну что, ну что, 50 тысяч. Что мне вот эта твоя подачка? Два раза крутануть. Что мне эта твоя подачка? Дай мне что-нибудь стоящее. Хотя бы на 500 тысяч. Так, еще подачка в 50. Ну, блядь. Ну, нет, пожалуйста. Ну, пожалуйста, давай не будем так заканчивать этот видеоролик. Пацаны, осталось чуть-чуть. Осталось реально чуть-чуть, и мы 75 тысяч поднимаем. Фух, есть шансы, есть шансы. Она дает подачку мне, чтобы мы продолжали, продолжали. Я не знаю, сколько этот ролик будет идти. Я постараюсь по минимуму вырезать, может, по максимуму ненужной какой-то вам информации, показывать только там, где будет охуенное что-то выпадать. Не знаю, как, посмотрим. Посмотрим на, уже на монтаже. Блять, пока нихуя нормального не падает. 3 совпадения, 4 совпадения. И на этом, походу, все. 3! Могло быть 4! Ну, сука, нет, блять. Подножку мне поставил, получается 125 тысяч. Ну, давай еще покрутим. Окей, уговорил. Сука, ну, не хотелось бы мне на Приморском проебывать такую сумму денег. Не хотелось бы. Я езжу, сука, на четырке. Ради чего? Я мог бы уже купить себе нормальную тачку. Ну нет, я пришел в казик проебывать бабки. Я до сих пор просто надеюсь, ребят, что что-то выпадет стоящее, но походу нет. Так, все, переходим сейчас, наверное, на ставку в 20 или 15 тысяч. Потому что, ну, ни хрена не падает. Давай, двадцатка два раза крутанем. И все, наверное. Если сейчас ничего, да. Хуйна, блядь. Получается хуйна, да? Все, я понял. 8 тысяч у нас остается. Я так и знал. Вот серьезно, я, блядь, ну я знал, что не стоило, блядь, идти в казино. Ну зачем я сюда пришел? Было 900 тысяч, почти лям, блядь. Ну зачем я сюда пришел? Ну, блядь, ну нахуй я это сделал. Ой, блядь. Вот такой, друзья, видеоролик. Всем огромное спасибо, кто его досмотрел до конца. Я расстроен. Но буду очень благодарен, если вы поднимете мне настроение, прожмете свой царский лайк, подпишитесь на канал, потому что 10 тысяч не за горами. Каждая подписка важна, нужна и обязательно. Пишите свой топовый комментарий, прожимайте на колокольчик, чтобы он вас оповещал, когда у нас ролики. Смотрите ролики по GTA 5 RP. И увидимся с вами позднее. Ну, в следующем видеоролике. Пока-пока.